Наполнится безграничным творческим полетом. Пусть суета уйдет из ваших сердец и придет умиротворение и наслаждение моментом. Пусть вас не покидает желание слушать, смотреть и удивляться происходящему. Пусть уже улыбки и прекрасное настроение сопровождают нас во время этого праздничного концерта. Слышу ночи звон в лицо, песня звучит.
слышит звон убить зло. Ой, люли, люли, мы из нашей.
Дорогие друзья, мы вступили в новый 2020 год с новыми творческими идеями и проектами. Сегодня практически каждый номер — это премьера. На сцене самый известный белорусский танец. Визитная карточка нашей страны. Фееричная Левоника! Встречайте! So you better watch out.
Дорогие друзья, я верю, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы загадать свои самые сокровенные желания. И сегодня я хочу загадать, чтобы дети всего мира жили в радости и счастье, в окружении своих самых близких людей. И я приглашаю вас вместе со мной загадать свое самое сокровенное желание и спеть вместе со мной один из самых известных в мире рождественских гимнов – «Silent Night». Ну, а если кто-то стесняется, то можете поддержать нас включенными фонариками на своем мобильном телефоне. Ну что, споем вместе? Звездочка.
счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Сколько лет, где ж тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Гость я где-то был за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Звездный и не загорится на ресницах серебро.
почему к себе, как манит, так зовет полярный круг? Ничего, что здесь метели, не беда, что холода. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. На свете нет зрелища прекраснее, чем лицо любимой. И нет музыки слаще, чем звук любимого голоса. Если бы каждый человек любил всех людей, то всякий обладал бы вселенной. Солисты балета Анастасия Колесникович и Никита Самченко.
политические завершены, и скоро все мужчины будут озадачены, что же делать с Международным женским днем. Скажи, у тебя есть план действий? Конечно, есть. Значит так, слушай и запоминай. Во-первых, практически все женщины любят цветы. Неважно, сколько им лет, 7 или 70. Во-вторых, все женщины любят, они очень любопытны, и их обязательно взволнует, что же ты приготовил. И в-третьих, как бы праздничный банкет надо взять на себя, чтобы наши женщины чувствовали себя настоящими королевами. Но только ты все-таки что-то забыл. Должна звучать при этом прекрасная музыка. Но если ты так хочешь, то и пусть звучит твоя музыка. А на нашей праздничной сцене Сергей Подавалов и незабываемые девушки балета ансамбля. Встречайте. Ну, да, сын, 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 да, сын
даже сад нам вступит с напьем. Жив позы мэзью сусадам дежитва. Не покидай меня безумно.
всегда во сне. Молодежи.
очаровательная Злата Ларченко. Слушай, у нас стенка продолжается на нашей сцене, значит, как бы это я из-за ней напишу. Так, вперед за цыганской звездой кочевой. Юра, извини, лучше не увлекайся. Раз, кстати, снимают. А насколько мне известно, у тебя еще и жена есть. Так что лучше иди и не оглядывайся. А мы, дорогие друзья, продолжаем.
We will rock you.
having such a good time, and I'm having a ball. Солист Андрей Зиноватный.
готовы на любые вокальные эксперименты. Солист Сергей Левицкий. Его уникальный бас – это голос, которым хочется наслаждаться снова и снова. Юрий Гродь! Солист, голос которого проникает прямо в сердце. Михаил Лила! Мы приготовили сегодня для вас подарок. Если вы, придя на концерт, на своем месте обнаружили снеговика, самый шанс сейчас посмотреть под свое сиденье, я вам сейчас продемонстрирую его. Вот такой. Нашли? Сколько у нас снеговиков? Вот, вижу, уже два. Есть еще? Проверяйте, проверяйте. Три уже нашли снеговика. Друзья, для вас сегодня уникальная возможность сделать селфи прямо на сцене вместе с нашими артистами. Приходите, дорогие. Мы вас ждем. Ну, друзья, поаплодируйте, пожалуйста, нашим выигрышным билетам сегодня. Завершению нашего праздничного концерта. Но наши сюрпризы не заканчиваются, и снова премьера. Встречайте, на сцене для вас творят чудеса хореографии артисты балета ансамбля. Thank you.
моя. Get the bianco, karaoke, blue. Make a puzzle, so not you fool. I never fool, they got tebe. Ты помни, росы, росы, копы мэле. Копы на контроле, джелузия. Мэле, чета, пелеле, игри. Yeah.
Республики Беларусь. Академический ансамбль песни и танца вооруженных сил. Главный хормейстер Николай Кочура. Главный балетмейстер Анжела Андрачик. Главный режиссер Ольга Буравлева. Эстрадно-симфонический оркестр ансамбля. Дирижер, заместитель начальника Алексей Юрченко. Начальник, художественный руководитель Дмитрий Наумов.